добро пожаловать на мой канал «Готовим просто и вкусно». Этот ролик будет из рубрики «Тестирую готовый продукт». Сегодня тестирую готовую смесь для выпечки – блины. Красивая, яркая упаковка весом 250 грамм и аппетитнейшими блинчиками на лицевой стороне. Что касается состава, смотрите сами. Лично для меня в составе нет ничего критического. Производитель предлагает добавить всего 2 ингредиента, и у вас будут готовы шикарные блины к завтраку. Ну что же, проверим. В первую очередь производитель пишет нам, что необходимо смешать все ингредиенты до однородной массы, то есть влить 450-500 мл теплого молока и добавить 2 столовые ложки растительного масла. Открываю пакет со смесью. Смесь очень похожа на обычную муку. Высыпаю ее в чашу и добавляю 0,5 литра теплого молока. Вливаю 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха и с помощью венчика все перемешиваю до однородного состояния. Обычный венчик с этой задачей справился без проблем. Даже миксер не понадобился. Это не может не радовать. В пункте 2 производитель нам пишет, что необходимо раскалить сковороду, смазать ее маслом и испечь блины. Нагреваю сковороду, смазываю маслом и наливаю блинное тесто. Тесто у меня получилось не очень жидкое. Я бы добавила еще чуть-чуть побольше жидкости. Блин у меня практически сразу покрылся мелкими дырочками. После того, как у меня вся влага ушла с поверхности блина, я его перевернула, немного подождала и сняла со сковороды. Вот такой первый блин у меня получился. И даже не комом. Как вариант быстрого завтрака, даже очень неплохо. Из всей мучной смеси у меня получилось 6 блинов. Пекла на сковороде диаметром 28 см. Если печь на сковороде меньшего диаметра, то и блинов получится больше. В пункте 3 производитель рекомендует подавать с вареньем, ягодами, сметаной, сгущенкой или медом. Да, действительно, блины получаются не сильно сладкие. При приготовлении этой смеси в следующий раз я бы добавила чуть больше молока и побольше сахара. Подведу итог. Блины получились неплохие, даже вкусные, за исключением недостатка сладости. Но кто любит несладкие блины, тому, я думаю, они понравятся. Мои ели их со сгущенкой, им понравилось. Но приготовить самому выходит гораздо выгоднее. Попробуйте, поэкспериментируйте на своей кухне. Ну а пока, до новых встреч на канале «Готовим просто и вкусно».